Если на видео много дизлайков, это плохо. Опять же, про если на видео много дизлайков, это тоже хорошо. Почему? Потому что и лайки, и дизлайки – это внимание, внимание ваших зрителей, внимание ваших пользователей. Соответственно, в этом случае у нас на школе видеоблогеров есть тоже по этому вопросу есть видеоролик, соответственно, вы можете спокойно посмотреть, но я кратенько отвечу, что и лайки, и дизлайки – это внимание. Просто кому-то нравитесь, кому-то не нравитесь, вы не $100 копируете, что нравится всем, и кому-то ваш контент нравится, кому-то не нравится. Допустим, я получаю очень много писем с какими-то дешевыми угрозами, да, что типа, потому что как бы мы там делаем не так, как многие хотят. Мы там говорим о том, мы говорим правду о том, что, допустим, медиасети, они просто воровывают людей там, да, воровывают авторов, потому что по незнанию, потому что люди пока не знают сейчас, благо медиасети схлопываются, потому что как бы надо 4000 часов, да, и вот они на этом не могут заработать, они на школьниках не могут, на молодых не могут заработать, поэтому ищут разные новые пути, тоже весело. Вот.